А вы, судя по акценту, из Германии? Да, из Германии тоже. И что вы тут делаете? Приехал ознакомиться с вашим удивительным советским экспериментом. Разнеслись слухи о вашей исключительной любознательности. Мало того, были обронены неприятные слова «шпик», «шпион», «крыса». Я хочу им подобрать слова. Вы немец? Вы по-русски хорошо разговариваете. Горожане изменились. Нет, я говорю, как и сам город, впрочем. Но мне, конечно, кажется, что гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти горожане вновь? Они люди как люди, любят деньги. Но это всегда было. И милосердие иногда стучится в их сердца. В общем, напоминает прежних. Котельный вопрос только испортил. Гутен таг, симпатичнейший Степан Богданович. Они вообще в последнее время жутко свинятся, пьянствуют. Внимание, внимание, всем обманщикам девчачьих сердец приказано собраться в одну кучу. Идти на... Или из свиней попытаться превратиться в людей и не обманывать тех, кто вас любит.